И на этапе подготовки материала к данному видео я был немножко шокирован. Напоминает описание гигантского СИТЭ с самой богатой инфраструктурой в городе. Но вот, наконец-то, в 2023 году уже официально объявлено о его полном открытии. Город с самым большим темпом роста, как с точки зрения инфраструктуры, так и экономики. Все слова сказаны, а мы начинаем. Погнали! Погнали!